Итак, друзья, сегодня будет первый выпуск из двух передач. Сегодня коротко расскажу о том, как быстро отложить обновление Windows 10 с помощью встроенных функций в самой Windows 10, очень быстро, просто и так далее. Если вам, вот скажем, месяц надо, да, примерно, или там полтора, или сколько там надо не обновляться, вы там заняты, трудитесь и так далее. И как это быстро сделать? Windows 10. Нажимаем на пуск, выходим, заходим в параметры, и здесь обновление и безопасность. Можно было, кстати, просто обновление безопасность в поиске набрать. Заходим в центр обновления Windows, и здесь видно, что приостановить обновление на 7 дней можно. Раз, нажать вот эту функцию. Вот видите, я только на нее нажал, и уже на 7 дней приостановлено обновление. Чтобы возобновить, нажал кнопку выше, потом изменить период активности. Здесь, значит, период активности, чтобы мы знали, когда вы обычно используете это устройство. Ну, просто ставите время со скольки до скольки, и вас не будет беспокоить время обновления. То есть в это время не будет обновления. Вот, просмотр журнала обновлений, ну, тут все понятно. И в дополнительных параметрах есть указать дату установки обновлений на этом устройстве можно приостановить на время максимум 35 дней. Вот. Когда вы достигнете предела приостановки, установите, потребуется получить последнее обновление, прежде чем их можно будет снова приостановить. Вот, то есть ставите 25-28 октября, конец октября, ставите дату и, соответственно, ну и выбрать время можно, когда устанавливать обновление. Это функции встроенные, открытые в Windows 10, то есть на 35 дней можете просто отключить обновление, если так в максимуме, ну и плюс указать время, когда он может скачивать, устанавливать обновление, когда вы работаете, когда он не может точно вообще скачивать, устанавливать обновление. Так что, друзья, это был первый выпуск, будет второй, уже как основательно отключить все обновления вообще в Windows. Просто обновления иногда нужны, чтобы лучше работали быстрее, оптимизирование, прошу прощения, работали приложения. Ну и если вам не нужны обновления, следующий выпуск для вас. Поэтому этот выпуск я уже сказал, то есть вам не надо будет, надо, чтобы 35 дней не было никаких обновлений. Надеюсь, вам видео было полезно. Всего доброго, до свидания.